Я уже пробовала тинт, мне он прям очень понравился. Кстати, он не сушит губы, потому что по ощущениям как будто какой-то как желешка, что ли. Так, в целом он мне немножко уже подсох. Убираю лишнее. Ну и все, он получается не красит руку, то есть держится. И сверху просто покрываю блеском. Прикольно, что еще не красит кисточку. Ну и все, мне прям нравится, как все это получается. Мне прикольно выглядит.